Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, какие фотографии нельзя ставить на заставку своего телефона, потому что таким образом вы привлекаете нищету, безденежье, постоянные финансовые проблемы в свою жизнь. Поэтому обязательно обратите на это внимание, чтобы от этого уберечься и не привлекать негатив в свою жизнь. Вы знаете, фотография – это не просто изображение, она способна передавать энергии того места, животных, природы или людей, которые на ней изображены. Поэтому с ними нужно быть очень осторожными и соблюдать многие правила. Но она не только передает энергетику того, что на ней изображено, но и того, кто данное фото делает. Поэтому даже если вам что-то понравилось и вы желаете запечатлеть определенных людей, стоит подумать, так ли вам это нужно. Есть очень много случаев, когда фотографы тратят свои жизненные силы, так как к ним приходит очень много людей, и определить то, с какой энергетикой человек с первого раза, к сожалению, непросто. Поэтому работа тех, кто связан с фотографиями, все-таки опасна, и нужно выставлять энергетическую защиту, чтобы потом не получить взамен красивых снимков несчастливую жизнь. К сожалению, ни энергии места, никакие другие энергии не видно глазами. Если бы их имели возможность видеть все, то многие люди были бы удивлены, а многие даже испуганы, так как часто человек живет и не подозревает, что возле него находится. Поэтому нужно научиться прислушиваться к своему внутреннему голосу. Он способен указывать на то, какие энергии излучает человек, растение, животное или то место, в котором вы находитесь, так как на энергетическом уровне срабатывает ваша защита и указывает вам на то, чего стоит избегать, чтобы не притянуть проблемы и не попасть в страшную жизненную ситуацию, сделав необдуманный или поспешный поступок. В наше с вами время фотографиям уделяется мало значения. Для того, чтобы сделать определенные снимки, уже не нужно идти в фотостудию, они не пользуются спросом в повседневной жизни, так как что-то какое-то необычное, уникальное. Встретить фотографа сейчас можно практически на каждом шагу, да и с разной техникой. Мы имеем сами телефоны, на которые фотографируем все без разбора, делая по несколько снимков в день, начиная от природы, того, что мы едим, видим, где находимся, заканчивая маленькими детьми, любимыми людьми, и делаем это все, не соблюдая никаких правил, из-за чего сами того не понимая, притягиваем неприятности в свою жизнь, теряя потоки сильных энергий, перекрывая энергетические каналы, из-за чего счастье, удача, благополучие, изобилие, любовь начинают поступать в жизнь того, кто связан с такой неудачной фотографией. Но часто мы совершаем еще более худшую ошибку, выставляем такую фотографию на рабочий стол своего гаджета, а затем удивляемся, почему наша жизнь превращается в сплошную череду неудач и бед, избавляясь от одной, из которых мы сразу получаем еще что-то, и конца и края этому не видать. Вот, например, очень часто на экране телефона можно увидеть фотографию возлюбленного человека, фотографию ребенка, свою собственную фотографию или с семьей, а ведь делать это категорически нельзя. И сегодня я вам объясню почему. Начнем с фотографии возлюбленного. Это может быть объект человеческой зависти, ведь в вашем окружении могут быть люди, которые также бы желали иметь на своем телефоне фотографию того, кто любит их и кого любят они. Но, к сожалению, им не так повезло, поэтому увидев такую фотографию, данный человек расстроится и тем самым отправит вам сильный посыл негатива, который переплетется с фотографией и с вами. Это ослабит вашу связь с тем человеком, который изображен на фотографии, из-за чего начнут происходить недопонимания, ссоры, скандалы. Может быть и такое, что у вас по какой-то причине ослабло энергетическое поле, а у вашей одинокой подруги оно стало сильное и крепкое. Она взяла телефон с изображением вашего возлюбленного, сделала визуализацию, помечтала, и через время ваш любимый человек по неведомой причине ушел к ней, хотя ранее ничего не предвещало таких действий, а все потому, что ее сильная энергетика через фотографию передала ему посыл, на который он отреагировал, а вы не смогли своей слабой энергетикой этому помешать.
или были заняты чем-то другим в этот момент, не думая о том, что у вас могут увести что-либо. Это касается и фотографий, на которых изображены вы вместе. Вашей идиллии и счастью могут позавидовать, ведь такое счастье не всем под силу обрести. Поэтому наши предки учили нас тому, что счастье должно быть тихим, и это касается разных сфер жизни. Этого правила стоит придерживаться и с фотографиями. Вот достали вы телефон в магазине, а возле вас стоит одинокий человек, независимо, это мужчина или это женщина, которые как бы не пытались в своей жизни, они не могут создать семью. Соответственно, вы получите посыл грусти. А это будет мешать счастью в нужных количествах поступать в вашу жизнь. Или вот, например, стоит девушка, которая рассталась со своим мужчиной. По какой-либо причине это предательство, нежелание создавать семью и так далее. Она, посмотрев на эту фотографию, отправила вам посыл разрушительного негатива. Если подумать, то, возможно, и не со зла. Но почему кто-то счастлив, а она нет? Вы все это примете, и между вами и вашей второй половинкой начнется сильный разлад, который в результате приведет к разрыву отношений. Если на таком фото посмотрит злой человек, который способен приносить вред окружающим, то это способно притянуть к вам даже одиночество, от которого будет непросто избавиться на протяжении долгого периода времени. Бывает и такое, что вы сами способны причинить себе вред. Вы чем-то расстроены, то, что вы планировали, у вас не получается. Вы в таком состоянии посмотрите на фотографию, и тем негативом, который вы излучаете, вы сглазите вашу пару. Из-за чего то счастье, благополучие, что наполняло вашу семейную жизнь, останется далеко в прошлом. А на смену придут постоянные скандалы, ссоры. И вы с каждым днем будете становиться друг другу чужими людьми. И через время от любви и страсти также не останется и следа. Дети, мы уже с вами об этом не раз говорили, имеют очень слабое энергетическое поле. И их нужно все-таки стараться всячески беречь. Не показывать часто чужим людям. Не позволять к ним прикасаться, так как вы уже знаете, какую энергию излучает данный человек и что на самом деле он имеет на уме. Относится он к ребенку с чистым сердцем или же таким образом собирается причинить вам вред. Биополе ребенка начинает становиться более крепким после 6 месяцев от рождения. Поэтому говорят, что до этого времени его вообще не стоит фотографировать. Исключением могут быть только фотографии, сделанные во время обряда крещения, так как они сделаны в особенном месте, где малыш находится под энергетической защитой. И то эти фотографии предназначены только для родителей. В руки гостям они не должны попадать, так как это обряд, не день рождения или еще какой-то праздник. Если сфотографировать малыша во время сна, то его можно лишить жизненных сил. Дети очень чувствительны к перепадам энергии. Думаю, каждый из вас замечал, что ребенок любого возраста может становиться капризным после того, как в вашем доме, например, побывали гости. А все из-за того, что кто-то из этих гостей недоброжелателен и приходит в ваш дом с негативной энергией. А ваше дитя это ощущает, но объяснить, к сожалению, не может. Вот и капризничает, так как на энергетическом уровне ему страшно. Если фотографии с ребенком будут находиться постоянно на глазах, люди со злым взглядом смогут отбирать у него светлые энергии, подпитывая им свое энергетическое поле. В таком случае ребенок будет беспокойный, начнет постоянно плакать, будет бояться ночи, так как в это время негатив, который ему будут передавать, будет увеличиваться и воздействовать на него не самым наилучшим образом. Не стоит забывать и о том, что есть люди в вашем окружении, даже если вы о них пока не догадываетесь, а они есть, которые ни перед чем не остановятся, чтобы причинить вред вам и вашему ребенку. И поэтому, если фото вашего малыша попадет к ним в руки, ничего хорошего ожидать не стоит. А с помощью такой заставки на вашем телефоне или на любом другом гаджете вы облегчите им работу над задуманным. Когда у человека бывают неприятности, трудности, он начинает излучать негативные энергии. Больше всего они скапливаются на ладонях и на ступнях ног. Если вы такими руками будете проводить по фото вашего ребенка, то с каждым разом будете вплетать излучаемый негатив в его слабое биополе, делая его подвластным еще большому количеству негатива, который он в таком случае начнет привлекать с разных сторон. Ведь негатив очень быстро привлекает различный негатив. Если биополе ребенка ослабнет, то вокруг него может даже образоваться энергетический застой, что скажется на его дальнейшем жизненном пути. Он не будет таким счастливым и благополучным,
как быть, как мог быть изначально. На пути не будет встречаться отзывчивые люди, добиваться ему придется все самостоятельно, без чьей-либо помощи. А такой путь будет очень непростым. Поэтому, если у вас малыш, берегите его. Когда вырастет, вы еще успеете похвастаться его достижениями, все то, что он делает, но при этом не испортите ему жизнь и, что немаловажно, не ослабите его биополе. Ваша фотография на заставке также не должна быть, так как, воспользовавшись такой фотографией, тот, кто вас недолюбливает, с легкостью может навести на вас порчу или проклясть, отчего ваша жизнь изменится не наилучшим образом. Вы тратите все ценное, что имели, а взамен в вашу жизнь придет страшный негатив, который можно будет сравнять с разрушительным ветром. Он пронесется, и после него останутся руины от того, что вы строили, и того, каких целей вы добивались. Если вы поставите на заставку фотографию, которая сделана в момент, когда у вас плохое настроение, или же вместе с негативной энергетикой, вы все это будете привлекать в свою жизнь в большом количестве, и избавиться от такого у вас не получится. Неприятные события будут сопровождать вас на каждом шагу. Также такая фотография может привлечь неприятности с внешностью. Вы будете на нее постоянно смотреть и увидите у себя, например, морщинку. Или же вам в результате не понравится ваша улыбка, возможно, еще что-то, что вы не видели изначально. И в такой момент вы перекроете поступление энергии красоты в вашу жизнь, из-за чего у вас могут начаться проблемы с внешностью. Может такое произойти, если на фотографии посмотрит завистливый человек с такими словами: «Ой, какие у тебя красивые волосы!» Не пройдет и нескольких дней, как они начнут выпадать, завязываться в узелки или сечься, потеряет блеск или же здоровье. Или если скажут: какой у тебя взгляд на фото, глаза как блюдца, пройдет время, и у вас начнут происходить проблемы с глазами. Может возникнуть конъюнктивит или еще какое-то заболевание глаз, может и просесть зрение, из-за чего придется прятать глаза за очками, и от прежнего взгляда и следа не останется. Часто можно увидеть, как на телефоне у женщин, особенно те, которые находятся на данном этапе без пары, стоят фотографии знаменитостей. Но такого делать ни в коем случае нельзя, так как вы притягиваете в свою жизнь мир, который нереальный, фантазируете и тем самым не позволяете реальным событиям приходить в вашу жизнь. Вы носите на гаджете фотографию того, с кем никогда не будете, а в это время не замечаете взгляды влюбленного сотрудника, соседа, или же не реагируете на приятное знакомство, которое произошло, например, на улице, так как ваши мысли не здесь, не с вами. Вы таким образом упускаете шансы, которые дает вам Вселенная, или же высшие силы для счастливой и полной любви жизни. А если на фото изображен человек, у которого не складывается личная жизнь, существует много финансовых и личных проблем, о которых вы не знаете, все это, глядя на такую фотографию, вы притягиваете в свою жизнь, переплетая энергии, которые она излучает, со своим энергетическим полем. В таком случае может быть, что даже успешная бизнес-леди совершит поступок, который притянет к ней проблемы с деньгами. Ведь такие проблемы существуют у того, кем она восхищается каждый раз, когда берет телефон или гаджет в руки. Или вы никогда не знали о каких-то болезнях, и вдруг они дают о себе знать. Вы ходите по врачам, а они не могут объяснить, из-за чего все у вас началось, так как видимых сбоев у вас нет. А причина в том, что у вашего кумира такие же болезни, но о них никто не знает, а вы самостоятельно их и привлекли в свою жизнь. И должно перед вами быть и изображений, на которых изображены сцены насилия, даже если это ваши дети, которые, по вашему мнению, мило дерутся между собой, или же собака, которая оскалилась, в этот момент выглядит прекрасно. Все это будет притягивать нехорошие энергии, а вместе с ними ненужные события. В большинстве случаев в вашу жизнь будут поступать злые энергии, которые излучаемы такой категорией людей, которая в большем количестве после такой фотографии начнет встречаться на вашем жизненном пути. Не стоит на своем телефоне держать и фотографии ведьм, каких-то демонов или же монстров, даже если вы любитель такой тематики или фильма ужасов, так как каждый раз, глядя на такую фотографию, вы будете излучать радость.
Восхищение посылает такой посыл во Вселенную. Конечно же, не пройдет много времени, как вы притянете в свою жизнь злую сущность, которая своим появлением вас очень сильно не порадует. Данная сущность тесно переплетется с вашим энергетическим полем. Если она будет сильной, то избавиться от нее, пока она не отберет все жизненные силы, у вас не получится. Не должно быть фотографий различных мест с негативной энергетикой или же с пустотой. Например, разбитых зданий, старых дворцов, башен, даже если они находятся в очень живописных местах. Такие фотографии вообще лучше не делать, чтобы не рисковать, так как вы сами привлекаете эту энергетику к своей и с помощью фотографий соединяете их в одно целое. Не должно быть и цунами, тайфуна, извержения вулкана, так как эти катаклизмы несут в себе энергию разрушения, и попав в вашу жизнь, они также разрушат все, что в ней есть, и вы не сможете ничего нового или интересного добиться. Близкие люди перестанут вас понимать, и вот такое необдуманное действие может закончиться даже несчастным случаем или летальным исходом. Не стоит на своем телефоне размещать и религиозные места, церкви, кресты, так как это неуважение к таким местам. И вместо того, чтобы притягивать в свою жизнь светлой энергии и благословения, так как вы себе это представляете, вы будете притягивать совсем противоположные энергии. Часто в такие места люди приходят просить о сокровенном. Они порой видят много жалоб, просьб, а вы все это привлекаете к себе, желая смотреть на это постоянно. Поэтому не совершайте глупости. Такие места, если желаете, нужно посещать, а не носить в кармане, в сумочке или в руках. Прислушайтесь, пожалуйста, к тому, о чем я вам сегодня рассказала. Относитесь к фотографиям со всей серьезностью, так как они способны передавать различные энергии, тем самым оказывать влияние на вашу жизнь, оказывать влияние на вашу семью, близких людей. Поэтому лучше воздержаться от необдуманных поступков, чем после жалеть о последствиях. На гаджетах размещайте различные картинки милых животных, красивые пейзажи природы. Можете разместить то, о чем вы мечтаете. Солнце, лес, абстракция, знак бесконечности. Все это не только не принесет вреда и не перекроет энергетику, а также не притянет зависть и плохие энергии, но и будут радовать вас, а значит привлекать хорошие энергии в нужный момент. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране видите два прямоугольника, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже в следующем видео.